я тебя разгрызу все твои кости. Давайте подписывайся на канал, иначе отгрызу голову и руки. Хэнк распил экран и куда-то убежал. Ай, господи, он меня укусил, банда. Чё творим, бро, меня зовут Саргионис. И бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь бро, дремя Суприм банда будет дать всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я пишу про тебя, если нравится быть под нами. Чтобы подписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Самую следую банду на ютубе. И также сегодня с видео снимает Настя. Привет! И Суприм банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня я хочу проверить приложение «Мой говорящий Хэнк». Уже ранее, банда, в 3 часа ночи я проверял такое приложение, как «Мой говорящий Джинджер». И добром, банда, это не кончилось, потому что этот Джинджер как-то выбрался в наш мир и напал на меня, после чего просто расцарапал мне все лицо. И, банда, мне очень повезло, что в Даркнете было зелье регенерации, после чего у меня осталось лишь немного синяков. Со временем они просто пропали. И по тем видео, банда, большинство из вас просило, чтобы я проверил такое приложение, как «Мой говорящий Хэнк». Именно поэтому, банда, сегодня я его проверю. Это тоже особое приложение, что и «Мой говорящий Том», «Моя говорящая Анжела». Только на этот раз это уже собака, что может быть намного опасней. На форумах в интернете я не увидел ничего подозрительного с этим приложением, но мне кажется, что там не все так хорошо. Именно поэтому, банда, сегодня в 3 часа ночи я проверю это приложение. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я привяжу эту кукловоду к Джинджеру и наконец-то его уничтожу. Именно поэтому, банда, не допускайся на нее за царский лайк. И я уже прямо завтра привяжу эту кукловоду к Джинджеру. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь мы с Настей в наших инстаграмах общаемся с вами, банда. Именно поэтому, банда, все ссылки в описании. Переходи, подписывайся и пиши нам в директ. И мы уже скоро тебе ответим. А тем временем, бро, мы еще 3 часа ночи проверяем Хэнка. Погнали! Окей, Суприм банда, надеюсь, вы готовы, потому что на часах уже 3 часа ночи. То самое мистическое время. Ведь именно в это время со всеми приложениями происходит всякая мистика. И сегодня, банда, я реально хочу проверить приложение «Мой говорящий Хэнк». На первый вид, банда, это очень обычное приложение. Но сегодня мы узнаем о нем всю правду. Именно поэтому давайте уже в него зайдем. Итак, банда, вот это приложение. На вид оно максимально обычное. В крайнем случае, там хотя бы нету никакого маньяка в его глазах. Тем не менее, бро, давайте попробуем с ним пообщаться. Хэнк? Хэнк, привет! Эй, Хэнк! Он меня просто не слышит, вы это видите, банда? Хэнк! Хэнк, я знаю, что каждый из вас маньяк, и ты настоящий убийца! Господи, он просто меня игнорит, что происходит, банда? Раньше же все приложения мне отвечали! О, посмотрите, он, кажется, меня уже слышит! Хэнк, ты маньяк и убийца, признайся в этом! Я убью тебя, разгрызу все твои кости! Раз из этого не сделал Джинджер! Господи, вы это слышали, банда, это просто жесть! Это тот же самый маньяк, что говорящий Том и говорящий Анжела и Джинджер! Это реальный маньяк, банда, вы сами это слышали, что происходит! Да я очень сильно переживаю, потому что если Хэнк тоже может выходить в наш мир, что если он такой же самый, как и Джинджер? Джинджер сделал со мной то же самое, что делал тогда Джинджер. Это просто жесть, банда. Тем не менее, бро, давайте продолжим наше общение. Хэнк, ты самый настоящий маньяк и убийца. Банда, это просто жесть. Он даже этого не отрицает. Господи, Хэнк, зачем вы убиваете всех людей? Потому что так хочу. О, господи, вы это слышите, банда, это просто жесть. То, что он говорит, это ужасно. Я убью и тебя. О, господи, но почему, Хэнк, что я тебе такого сделал? Господи. Если ты еще раз будешь угрожать Джинджеру, Тому и Анжели, я отрежу тебе голову, а кости закопаю, чтобы никто их не нашел. Господи, это просто жесть, банда, вы это слышали? Это реальный маньяк, то, что он говорит, это ужасно. Он реально хочет меня убить. Эта собака намного опаснее, чем другие питомцы. Это просто такая жесть, банда. Хэнк, я никому не угрожал. Это вы мне угрожали, это вы меня хотите убить. Я убью тебя. Господи, это просто жесть, банда. Хэнк, а почему ты дружишь с котами? Ты же собака. Ты не должен с ними дружить, что происходит? Мы вместе ненавидим всех людей. Люди глупые, постоянно бьют нас, управляют нашей жизнью. Мы не такие, мы не игрушки. Господи, вы это слышите, банда? То есть получается, у них какая-то ненависть с нами. Из-за того, что мы вместе с вами, банда, ими играемся. Мы их бьем и управляем их всеми днями. И из-за этого они нас просто ненавидят. Это ужасно, банда, я просто в таком вообще шоке. Потому что Хэнк нам рассказывает явно то, что мне говорили раньше другие питомцы. Господи, Хэнк, почему вам просто не сказать людям, чтобы они этого не делали? Зачем убивать их всех? Они ответят за все, что сделали с нами. Мы не остановимся, пока не вымрут все люди. Господи, вы это слышите, банда? Это просто жесть. Господи, Хэнк, ты самый настоящий маньяк и убийца. Ты намного хуже, чем другие, это ужасно. Господи,
Держись. Господи, Хан, ты больше никого не убьешь, я не дам тебе этого сделать. О, господи, Банда, посмотрите, это Джинджер! Это звонит Джинджер, вы это видите, черт! Господи, Банда, вы это видите, это реально Джинджер! Откуда у него Насти номер? Тем не менее, брат, вы что, нужно взять трубку, кто знает, что она скочит? Окей, Банда, я беру трубку Джинджера! Тебе было мало того, что я сделал в твой прошлый раз? О, господи, ты реально Джинджер, Банда! Как ты нашел этот номер, Джинджер? О, черт, Банда, я просто отключилась, это жесть! Вы слышали, это был реальный Джинджер, а как ты позвонил на Насте номер? Черт, давайте запустим приложение, узнаем, что он нас хочет! Окей, Банда, я запустил Джинджера, что он вообще от меня хотел? Джинджер, ты ничего мне не сделаешь, у меня есть кукловуду, которая тебя просто уничтожит! Я убью тебя на этот раз точно! И всем твое сердце! Господи! О, привет, Джинджер! Что, Банда, они просто общаются, вы это видите? Привет, Хэнк, вдвоем мы точно его убьем! О, черт! О, господи, Банда, что происходит? Почему они оба хотят меня убить? Что это? Господи, Банда, вы это видите? Господи, Банда, это просто жесть, вы это слышали? Они оба меня почему-то хотят убить! Господи, почему вы хотите меня убить? Что не так? Ты убил Тома и Анжелу! О, господи, о чем это он? Джинджер же в прошлом видео сказал, что он оживил Тома и Анжелу, что не так? Джинджер, скорее, ты же оживил Анжелу и Тома, что вам еще нужно? Они живые, но не такие, как раньше. Они не помнят того, что делали раньше. Из-за этого ты сдохнешь. О, господи, это просто жесть, Банда! Эти питомцы реально какие-то ненормальные. Они уже совсем сошли с ума, это настоящие маньяки, Банда! Я просто в шоке, что происходит. Нет, вы ничего мне оба не сделаете. Я сделаю на вас обоих кукловоду и убью первым. Вы просто ничто по сравнению со мной. И сделаешь нас очень известными, Сергей Ронис. Ставь лайк и подписывайся на канал, иначе откручу голову и руки каждому, кто посмотрел это видео. О, господи, что за бред, Хэнк? Мы не шутим, Сергей Ронис. Убьем всех. О, господи, Банда, это просто жесть. Скорее ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вы знаете, что они могут с вами сделать. Джинджер реально не шутит. То, что он сделал со мной в прошлом видео, это просто жесть. Именно поэтому, Банда, чтобы хотя бы немного спасти себя, ставь лайк и подписывайся на канал. Я очень надеюсь, что вы это сделали, потому что эти оба хоть стали очень популярными. А вы знаете, Банда, лайки продвигают видео. Именно поэтому они этого просят. Банда, просто поставьте лайк, я вас очень прошу. Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал. Я в таком шоке, Банда, все продолжается. Эти оба реально хотят убить всех. Я думаю, Банда, что я обязательно должен сделать кукловоду на Джинджера и уничтожить его, а также уничтожить этого Хэнка. Я очень волнуюсь, Банда, что будет дальше, это жесть. Я просто не верю в это все. О, господи, что происходит? Что смешного? Я не понимаю, посмотрите. Что с ними происходит, Банда, это жесть. О, господи, Банда, что это было? Вы это видели? У них начались помехи, после чего просто по всему дому пропал свет. И посмотрите, Банда, вы это видите? Хэнк разбил экран и куда-то убежал. Это просто жесть. Здесь реально нету Хэнка, реально разбитый экран. Джинджер, где Хэнк? Куда он ушел? Что смешного, Джинджер? Это не смешно. Чтобы убить твою подругу, Сергеоне. О, господи, о чем это ты? О, черт, Банда, вы это слышали? Джинджер сказал, что они хотят украсть Настю. А где делась Настя? Настя, Настя, ты где? Что ты смеешься? Это не смешно. О, господи, Банда, это просто жесть. Эй, Настя, куда делась Настя? Эй, Настя, ты тут? Господи, куда она могла деться? Настя, где ты? Черт, неужели нереально украли? Я просто это не верю, Банда, вы это слышали? Джинджер сказал, что Хэн как-то выбрался со своего телефона и украл Настю. Господи, Джинджер, если что-то случится с Настей, я вас обоих просто убью. Господи, что смешного, Банда? Джинджер, я вас реально убью, черт! Господи, Банда, это просто жесть! Они оба реально как-то украли Настю! Теперь я тоже 100% сделал на них обоих кукловуду уничтожить! Эй, Хэнк, ты вернулся! Куда ты дел Настю, признавайся! Почему ты рычишь на меня? Я тебя могу запросто убить, признавайся, где Настя, куда ты ее дел? Это не смешно, Хэнк, я реально могу... Господи, о чем это он, Банда? Зайди в еду, черт! О, господи, Банда, посмотрите на это, вы это видите? Это же голова Насти и рука и нога, черт! Они просто украли и убили Настю, вы это видите? Джинджер, что ты наделал? Господи, это просто жесть, Банда, мне в это не верится! Они реально как-то украли Настю, забрали к себе! Причем, посмотрите, они реально ее убили! Это же супер, Банда, мне просто в это все не верится, вы это видите? Это просто жесть, я просто в это все не верю, посмотрите на это, Банда! Что ты ржешь, Джинджер, это не смешно! Господи, Банда, мне нужно как-то вернуть Настю! Это ужасно! Черт, я просто в это все не верю, Банда, вы это видите? Это такая жесть. Господи, Банда, где они? Их обоих тут нету, вы это видите? Ни Джинджера, ни Хэнка. Что происходит, Суприм Банда, это жесть. Господи, я сейчас в таком шоке, мне просто это все не верится. Их реально тут обоих нету. А, черт, господи, нет, а черт, останет меня. Ай, 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 господи, ай, рука. А, черт, господи, как болит. А, черт, ай, господи, он меня укусил, Банда. Это был какой-то оборотень, это был Хэнк.
Хэн, просто посмотрите на это! Черт, это такая жесть, Бонта! Это было реально какое-то существо, я просто в это не верю! Он куда-то убежал, господи! Как же это болит, Бонта, это просто жесть! Это была не собака, Бонта, это был какой-то оборотень! Это совсем не было похоже на какую-то обычную собаку! О, господи, Бонта, как же это болит, вы просто это не представляете! Нужно скорее идти в больницу! О! Ha 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 ha!